планували поступити за кордон. Вибрали Польщу. На этом настояли родители, чтобы я учился за границей. Ну, как бы я был не против. Такая возможность появилась. Было желание, во-первых, поступить. Было такое серьезное отношение, подготовка. Выучил язык на нужный уровень. И сейчас сдал экзамен здесь, сдал успешно и вот поступил. В этом году поступаю на магистратуру в Польшу. Сюда пришла, чтобы быстро и эффективно выучить польский язык. Учу польский язык для того, чтобы поступить в Польшу. Проходил и курсы польского, все три уровня. Через вас я и визу получил. Получается, язык учил уровень А1, А2 и Б1, это учил с Евростадия. Поступил я в польско-японский университет. Я приехала учиться в Академию Андрея Фрича Маджевского на факультет международные отношения. Поступили мы в техникум IT-технологий. Приехал учиться в колледже в Кракове. Я студент второго курса, учусь в САНе, в Сполучной академии наук. Я поступал в польско-японский университет благодаря компании Евростади. Я учусь в высшей школе финансового управления. Поступил в университет Лазарского на банкинг и финансы. Учусь в Варшаве. Перешел на второй год. Я приехала учиться в Польшу, в Краковскую академию на международные отношения. Поступил в Сполучную академию наук благодаря компании Евростади. Тяжелый этот именно процесс там, перевода документов, пересылки. Думаю, что именно в этом компания помогла. Документы, все прошло очень быстро, ну, без проблем. Там родители, ну, мало что решали, все только делали через организацию. За нас це все вирішувала наша фірма Євростадія. Компанія Євростадія надала дуже багато різноманітних послуг, без яких, я думаю, поступання було б не таким легким. Нас компания оградила от огромного числа проблем, от огромного числа обязанностей. У нас была просто целая куча свободного времени летом, и это классно. Нас привезли хорошим автобусом прямо в колледж, поселили, встретили. Нас привезла компания Евростадия на автобусе прямо в общежитие. Показали все, развезли по университетам. Общежитие мне нравится, да, тут в принципе и чисто, тут всегда убирают. У меня впечатления позитивные, потому что у меня двухместный номер, как мы и бронировали. У меня, собственно, совмещенный санузел. По приезду показали общежитие, от общежития вообще полностью доволен. Все очень хорошо, комнаты поселили, все очень быстро. Общежитие мне понравилось, комнаты, то, что это новый дом. Если, конечно, сравнивать общежития, которые были в Украине и здесь, то это совсем другой уровень. То есть даже их не с чем сравнивать. Ну, я когда приехал в Польшу, я в восторге от всего был. Я очень хотел приехать сюда. Приехали на обучение в Польшу, город Краков. Большая страна, больших возможностей. Не бояться новой страны, новых людей, новой культуры. Да, жить тут очень довольно-таки интересно, потому что совершенно другой город, другая нация. Благодаря Евростади мы хоть спокойно себя чувствуем. Уверенно, да. Мой ключ успеха – это Евростади. Всем спасибо. Все очень нравится, классно. Надеюсь, в дальнейшем будет все отлично, без вопросов. Дорогие батьки, кто планує, будь ласка, звертайтеся в фирму Евростади. Вони працюють на відміну.